Дорогой друг, сейчас мы находимся на очень крутом мероприятии. Называется Риздво. Украинское Риздво в городе Сакраменто. Посмотрите, вокруг меня миллиарды, тысяч людей. Всех, в основном украинцы. На сцене играет... На улице дождь. Я не знаю, если вы меня слышите. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть из кушаний. Магазинчик украинских штуковин. Здрасте, здрасте. Дуже гарно у вас все смотрится. У вас футболки есть? Да, борщ 50 разных. I love борщ. Я обожаю борщ. Вот это круто. Кто дизайнер? Тофан? Передайте, я крута. Я выключаю. В чем сам прикол, друзья? Что это все за бесплатно. Привет. Насколько круто все. Что это такое? У тебя. Мне чуть-чуть. Мне можно начать. А вы моя риса, твои картины? Это не просто. Не просто. Не просто. Это... Каждая часть представляет свою нашу. Вот это Ривно. Привет. Женя, ты уже не с Украины, ты в курсе, да? Ты стал ДНР. Ну ты в серце Украины. Приветствую вам, сестра. Оце регіони прийшли до нас. Ми... Трошки москалі. Вот ДНР і Дніпропетровськ. Ми прийшли об'їдати настоящу Україну. Ну нічого, смакуйте. Спасибо за щедрість. Спасибо. Христос народився. Житомир. Житомирська область. О, Житомир славиться салом, хлібом, колбасою, цукерками і чаєм. Це ви все, Житомир? Так. Дуже багаті. Вас вітає Хмельниччина. Все круто. У вас, наверное, було так вкусно, що ви все роздали, да? Я хочу блинчик, давай. Будь ласка. У мене вже нема міста, але все-таки... Я тобі даю два за те, що ти прийшов до нас. Дякую. Щоб ти був здоровий. Дякую, дякую. Свіжно. Добро пожаловать на Снежную горку. Итак, парни, это ваше строение? Не мое. А кто строил это все? Паша? Паша. Паша Черней из Чернівців. Вот это круто. Я помню, в 2003 году мы его встречали в аэропорту. А сейчас он здесь такие творят архитектурные вещи в городе. Да, и снег настоящий. Скажи несколько слов, что здесь происходит? Здесь Рождество украинское. Кстати, с вами говорит украинский москвич. Родился и прожил в Москве всю жизнь, да? Да, и знаю украинскую мову. Конечно. Дуже гарно. А как ты так выучил? Да, кожне літо в бабусі. В якому місту? Чернівці. Желаю всім зрителям какой-то доброго. С Рождеством Христовым. Ангел прилетел. Итак, сейчас мы садимся на санки такие кругленькие и летим. Поэтому передаем камеру нашей маме, да? Вон так садимся, вот так вот. И поехали! Тебе понравились?
санки. Да. Это называется по-английски sled. Вон мальчик маленький полез. Скажи sled. Sled. О, тетя Лиля, здрасте! Привет, привет, как дела? Ты уже катался? Нет, еще. Очень круто, Тима, быстрее. Летаю. Well, we're having the Rizdvo celebration, the Ukrainian Christmas, which is January 8th, 7th, January 7th. And it's a first time event. Лео, ты хочешь на пони кататься? Пойдешь с ним, да? Добро пожаловать в планетарий. Заходим. Будем выходить. А это на дне океана, где плавают рыбки, там есть много интересных зверей. Это в следующий раз. Встаем и выходим потихонечку. Там дядя Илюша открой нам двери. Открываем. А вот Надя, один из дизайнеров-организаторов этого мероприятия. Продаете за $1 аукцион картину. Это за Карпаття. Яке сонце. Дуже гірно. Сейчас я шукаю билет. Пошли, Лео, пошли искать. Всех поздравляю с днем народжена Иисуса Христа. Мы встретили наших Привет. Привет. Игорь и Дима. Да. День назад приехали с Украины. Из какого места? Ривно. И как вы скажите в двух словах, как вы приземлились, как это все получилось? В одном предложении, двух. Приземлились с приключениями, но слава Богу, Бог все усмотрел и все нам помог, да, слава Богу. Много людей хороших, которые помогли, приняли нас, много, просто, реально, классно. На самом деле, они, оказывается... Даже встретили, да. Да, даже встретили. Они, я такой захожу, первый раз вижу, привет, Илья, откуда? Оказывается, они меня где-то видели. Да, мы смотрели Илюку, смотрите, очень хороший человек, реально. Спасибо. Хорошее дает практически предложение. Все, ребята, я пошел, хочу картину, могу успеть купить. Давай. Все, с Богом. Запорожский казак. Или Артур, брат. Вот это хочу. Будешь гопак танцевать? Это церковь, брат, покай. Окей, добрый. Пони. Здесь огромная очередь, катается пони. Рождество по-украински 2017.
в городе Сакраменто. А теперь подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Как на украинском подписывайтесь? Подписывайтесь и субскрайбайтесь. Bye-bye.